пролетел еще один год. Каждый из нас повзрослел, изменился. Наблюдая или участвуя в жизни и событиях Русской Церкви Божьей Благодати. Жизнь нашей Церкви сопровождалась довольно-таки веселыми и разнообразными событиями. Семинары, молодежные конференции, поездки в другие церкви, походы, дни рождения. Сегодня хочется сказать спасибо за все тому, кто родился в эту тихую, Вифлеемскую ночь тому, кто принес на землю счастье, милость, всепрощение и любовь. С Рождеством, друзья! Сегодня, сейчас мы хотим с вами попутешествовать по событиям 1999 года. Реальности Божьей в жизни каждого человека. Ну, я думаю, что вы поймете, какой я музыкант, но дело не в этом. И я тебя ждала. Ой, волнуюсь, я немного. Можно я по новой спою? Я волнуюсь, честно. Необходимо познать. И начало богопознания начинается на коленях. Добрый день. Я счастлива сегодня находиться среди вас. И я хочу поблагодарить Бога за то, что Он дал мне возможность приехать сюда и лично поблагодарить всех людей, находящихся в этом зале, на этом собрании, за ту мощную поддержку, которую вы оказали мне и моей семье в трудный момент моей жизни. Мы Христово благоухание. И я, и все вы, друзья, мы Христово благоухание. Слава Богу за это, друзья. И слава Богу, что мы... соработники у Бога. Ведь теперь у нас большая семья, и отец, который так любит нас, как едины должны быть мы с вами, друзья. Поскольку не сказали, кто я, откуда, я здесь живу почти 10 лет, и с 93-го года мы занимаемся миссией, просто помогаем церквям и бедным там, допустим, я лично в Казахстане и в Сибири, и у меня еще два есть таких пожилых, которые ездят на Украину. И я очень рада, что могу вас видеть, и особенно благодарна Господу за то, что Он мне дал привилегию, преимущество послужить вашим сестрам, и они послужили мне. И я сегодня рад представить вам еврея, христианина и певца, который будет прославлять Господа. Пожалуйста, Саша. Шалом вам всем. Благодарю Тебя, Господь, за хлеб. Благодарю Тебя, Господь,
сосуд. Благодарю тебя, что вижу свет. Благодарю тебя за подвиг твой. Не надо хвастаться религиозными познаниями. Надо искать личного общения в Боге. Я так рад слышать эти свидетельства и ваше желание, ваше участие в распространении Евангелия бывшего Советского Союза. Я не могу дождаться того времени, когда Бог в нас, написано, что откроет славу. Славу в нас. Каждую неделю 1 миллион человек узнает об Иисусе Христе. Итак, идите. Куда идите? Идите по всему миру. И... Что меня приведут в эту прекрасную церковь, где любят Господа, где славят Господа, где... ведут к Господу. Да благословит вас в этом Господь. We've been called to follow Christ. Мы преклоняемся перед тобой, Иисус. Мы славим тебя за эту чудесную возможность быть в доме твоем, Господь. И слава Господу, что Господь объединяет нас своей великой любовью. Свят, свят, Господь Саваоф, начало, начало и сущий навек. Будем пользоваться всеми возможностями, которые Он нам дает, чтобы преподнести Евангелие всем народам. В первую очередь мы хотим поприветствовать всех тех, кто любит Бога в зале. И я хочу представить группу, которая на сцене, это группа спасения из города Бреста. Дорогие друзья, Бог вас очень и очень любит. Слава Богу. Мы присоединяемся. Но приходит друг и так пробирается в дома. И от мыслей голова разрывается тогда. Но я ищу ответ звезды в знакомой свет. Хоть я почти упал, мне улыбнулся капитан. Ты не бойся, я с тобой, я даю душе покой. Среди бури зла угроз, твой спаситель я, Христос. Твои вопросы и говорит срок, я на Голгофу уже унес. Я все уже сделал, но выбор твой, я предлагаю, пойдем. Со мной. Пойдем? Я пойду с тобой. Лишь ты даешь покой. Я так хочу быть с тобой, Иисус. Я пойду с тобой, Иисус, спаситель мой. Только Иисус дает надежду и покой. Мы с тобой послушаем для друзей, если ты жил, если ты силой. Иисус дает вам на крест, но мы живем. Боже, мои вещи, это для тебя и я. Иисус.
вашей церкви я желаю, чтобы миллион чикагцев стал членами вашей церкви. И вся земля Америки прославляла Бога, как вы. Надеюсь, что вам она понравится, как нравится нам. Thank you.
Наш Господь достоин славы и чести. Аминь. Слава Господу. Слава нашему Иисусу и аллилуйя нашему Богу за то, что Он каждый день обновляет свою милость, за то, что Он каждый день являет нам свою любовь. Давайте войдем в лицо Его с восклицанием и весельем. Вся моя надежда Боге, Господе моем, в нем покой, лишь в нем одном. О, скала спасения, на него я уповаю, только в Боге я силен. Обновимся в силе мы, поднимем крылья, как орлы, потечем и не устанем. Пойдем, не утомимся, ибо наша вся надежда на того, кто сильнее и превыше всех. Надежда в Боге, Господе моем, в нем покой, лишь в нем одном. О, скала спасения, на него я уповаю, только в Боге я силен. Обновимся в силе мы, поднимем крылья, как орлы. Потечем и не устанем, пойдем, не утомимся, ибо наша вся надежда на того, кто сильнее и превыше всех. Обновимся в силе мы, поднимем крылья, как орлы. Потечем и не устанем, пойдем, не утомимся, ибо наша вся надежда на того, кто сильнее и превыше всех. Наша сила в правде, наша сила в вере. Нам Господь поможет в час беды и в час нужды. Если бы сейчас начать перечислять за все, что хотело бы мое сердце сказать Богу, это невозможно, это просто невозможно, ни мне сказать, ни вам выслушать. Я только хочу сказать, что я очень благодарен Богу, что мой Бог меня очень любит. Я прежде всего благодарю Бога за то, что Он спас меня, и за то, что Он меня простил. Ведь ты желаешь, чтобы каждый из нас, понимаете, сказал вот так Господу: слава тебе. Я очень сильно благодарю Бога, что я в церкви, что я могу Ему служить, что я член церкви. За все, что Он нас благословляет в этом году, благословлял в этом году. И за церковь эту я уже сказала. Я хочу поблагодарить Бога. Аминь. Я славлю моего Спасителя сегодня, что Он реальный в моей жизни. В этом ушедшем, в этом году Бог научил меня благодарить за трудности. Я хочу Бога благодарить за то, что Он меня спас, за то, что Он мне дал жизнь, за то, что я могу Ему говорить спасибо. Я благодарю за то, что мы здесь, в Америке, живем сейчас, за то, что Господь чудесным образом устраивает здесь нашу жизнь, жизнь наших детей. Бог дал мне время, Бог дал мне возможность пообщаться с Ним. Бога нужно благодарить абсолютно за все. Сюрприз!
Ребята, что я только могу вам сказать? God bless you. Нет света, ну. Да вы поймите, что она едет на себе на день рождения. А куда, в темноту она едет? Да вот именно. Зачем? Вот, свет, ну вот, вот именно, что в темноту. Да, это конечно. Ну, так это еще больше будет все украсить. О, Даник, выключи очки. Мы находимся в Lake Geneva. Сейчас отдыхаем. Только что играли в Сака. Сейчас идем купаться. Очень хорошо. Спасибо. Вырубайте свет. Слава. Стремлюсь к цели. Всем, кто меня знает, привет. Все, единственное, что мы можем пожелать. Удачи. Желаем новых успехов, хороших прогрессов, гениальных. И венец. Конечно, венец. То, что нам приготовил отец. И когда мы придем к нашему Господу, мы снимем наши венцы и положим у его ног и скажем: ты достоин славы и чести и поклонения нашего. Аминь. Штучку, я ее искал. А, нет. Нашел. Хорошо. Ну как впечатление, Миша? Превосходное. Наши повара. Сестры, повара и воспитатели, это просто были чудо. Великолепны. До сих чудо. Пор волна. Thank you.
скажите, пожалуйста, это вот сейчас включена камера или нет? Да. Да? Так я ж не подготовился. Господь наш, мы благословляем Твое святое имя, Ты достоин этого. Ты умер за нас. И сегодня Ты обращаешься к каждому из нас с вопросом, любишь ли Ты меня? Господи, мы находим в нашей жизни, что иногда мы больше любим сами себя, иногда деньги, иногда время, иногда наши семьи, жен, детей. А Ты возвращаешь нас к исследованию самих себя. Дай нам любить Тебя всецело, посвященной любовью, которая влечет за собой жертву. Дай нам так любить Тебя. Дай нам так любить друг друга, Господь. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю. Просто я благодарю, просто я благодарю. Благодарю Тебя, Иисус, все вместе поем. Благодарю Тебя,